самого детства и сводит меня с ума.
Всех самых порно не дало мне покоя. А вы еще маленькие. Она все звучала и звучала у него в голове. В школе, да, это да, не любили. И однажды зимой, когда родители меня разбудили в школу, можно сказать, насильно, я вышел из подъезда, и я пошел не направо к школе, а я пошел на реку к метро, туда, где был магазин фейерверков. И украл несколько пачек петард, рисовал всем карманом. Потом я пришел ко второму уроку, а с третьего отпросился. И со второго этажа забежал на пятый. Открыл дверь мужского туалета, зашел в него. И в каждый из трех имеющихся унитазов кинул по петарде. Потом выбежал из мужского туалета и прибежал на другую сторону школы! На другую сторону этажа! Женский туалет! И в каждый из трех унитазов кинул по три петарды! Я прокремел взрывы! Я бежал с лестницы вниз! Зашумела сигнализация, и всех детей их выстроили на заднем дворе. А я не пошел в себе строиться. Я ждал. А вода, она прибыла. Я вымыл его щеку, потом колено, вот уже по пояс. И школу затопило. Потом она нашла мне до уровня плеч. И я поплыл. Я плыл в стиле брас. Плыл, пока уровень воды не достиг почти что потолка. Когда это случилось, я набрал грудь побольше воздуха. Завернул под воду и там исчез. Вскоре после этого я нашел самых ответственных парней, с которыми мы начали считать хип-хоп и рэп стили, которые в этом треке я вам исполнил. Для этого нам нужен MC Олег Петух из Москвы. Yeah.
место, а там местные. На семь веков и семь высоток. Послушай меня и сделай это.
такая конфеточка. Но один прекрасный день она сделала вид, что она меня не узнала просто. Это меня очень расстроило. Но я решил, что как бы, джинсовка, конечно, Levi's, но пора бы уже заняться настоящим авангардом в духе мировой славы зарабатывания для себя лично в миру. И очень сильно я начал играть нойз-музыку. К тому же,
острым саперем. Я ушел оттуда. Я услышал эту песню, я знаю, как он играл ее. Я запомнил слова, и я ее сейчас тоже спою. Просто без рук.